Что здесь? Во. Конечно. Здравствуйте, господа. Там сначала, там сначала. Господа, мои хорошие. Прикиньте, первый встал. Увлекается творчеством соотечественников и ценит мастерство и талант. Вот сегодня мы представляем, наша галерея, выставку, которая называется «Романтика пейзажей Сибири» художника-реалиста Сергея Владимировича Запечец. Ну, ясно, что сибирское искусство реалистическое, оно получило продолжение, значит, художникам, дивногорским художникам Сергеем Попечец. Ну что хотелось отметить, конечно, что впечатляет мастерство техник. Если кто-то уже походил и посмотрел, то вы видите. То есть столько вот картин, как раз половина здесь, это его пастельные работы. В пастельных работах, конечно, он отображает, значит, истинную красоту сибирской природы во все времена года, особенно зимний период. Это заснеженные пейзажи. Так, я думаю, что у нас здесь много художников собралось. Сергей Владимирович, пожалуйста, Поростовский Сергей Владимирович. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Во-первых, я хочу от имени всего нашего правления поздравить вас, Сергей, с открытием выставки и пожелать вам и дальнейших творческих успехов, и большое количество персональных выставок, несмотря на то, что она сегодня первая. Я думаю, что будет соответствовать тому, чтобы открывать каждый год по одной выставке. Поэтому от имени Сергея Евгеньевича Ануфриева, от нашего председателя, от нас всех, от всего правления, от меня лично, примите поздравления. И кроме этого я хочу сказать несколько добрых слов относительно вашего творчества. Может быть, я даже скажу такую вещь, о которой вы даже и не подозревали. Я живу в Красноярске с 95 года и очень трепетно и трогательно отношусь к вашему творчеству и очень внимательно наблюдаю за тем, что вы делаете. Для меня на самом деле не важно, в какой технике человек работает, какой краской, лихо он пишет, скромно он пишет, большие объемы или маленькие. Но для меня всегда очень важно, когда художник пишет не гору, например, или не рощу, а когда он пишет такую вещь, то, что находится за горой или за этой рощей. Поэтому спасибо вам за то, что вы всегда пишете не объект, а то, что вы пишете ассоциативный такой ряд. Всегда хочется заглянуть за тот объект, который вы изображаете. Для меня это очень важно, и для меня это самый высокий показатель художника, когда я хочу заглянуть за тот предмет, который он нарисовал, либо написал. Большое спасибо за вот эту интригу, за то, что вы вот даете возможность домыслить работу, за ту меру недоговоренности, и спасибо большое за то, что вы вот нас порадовали, за вашу деликатность, за ваш такт. И за то, что вы являетесь активным участником всех наших выставок. Спасибо большое. Да. Вы тоже из Сибири? Из нее, из Матушки. Прямо оттуда прям приехали. Что хочу сказать? Всегда хочется, мне всегда хочется еще раз на очередной из выставок, на очередной выставке сказать, что очень хорошо, что у нас есть такая маленькая, компактная, такая душевная галерея. Наша школа. Сереж, тебя поздравим с этой замечательной выставкой. Мы ее можем посмотреть воочию, все твои работы сразу, потому что в основном мы видим. Я понимаю, что во всяком случае мы можем посмотреть тебя на выставке, что очень важно.
Вот, и хочу сказать большое спасибо артиллерии Романовых за то, что они уговорили его и выставился, потому что персональную выставку Сережа не собирался делать, но потом в какой-то момент он решился, да, за что спасибо вам большое. Ну, мы гордимся, что мы работаем с тобой, дарим эти цветы, да. Вот этот вот подарок, по письму, благодарственно, я зачитывать его не буду. Спасибо тебе большое. От школы. Майорская Лена Васильевна Шошина. Но вот здесь очень много стоит моих друзей, знакомых, любимых художников. И, конечно, вот каждый раз, когда приходишь в выставочный зал, и тогда, когда открываются выставки дивногорских художников, всегда ощущаешь радость, восторг и гордость. Почему? Потому что мы тысячи-тысячи раз слышали, какие у нас талантливые художники в городе. И всегда действительно ощущаешь, ну, наверное, гордость за то, что ты живешь рядом с ними, общаешься с ними постоянно и видишь их творчество. Я обожаю художников, которые работают в школе, в художественной школе особенно. Почему? Потому что это родные люди, это мои родные коллеги. И они не только как художники, но какие они замечательные преподаватели. И когда к нам приезжают преподаватели Красноярского края, и когда мы проводим и семинары методические, всегда отмечают очень высокий уровень преподавания в нашей школе. А то, что Сергей Владимирович так говорят, я ничего не придумываю, говорят, что лучший график художественной школы Красноярского края, это я вам уже говорила и не раз, это вам говорил директор художественного училища, что так как он учит детей, этого не делает никто в Красноярском крае. Поэтому то, что еще находится вот, время на такие работы, на такой высочайший уровень, ведь он не свободный художник, он в первую очередь еще преподаватель, а потом все, что уж останется у него, он творит. Я желаю вам, вот наш букет, он слегка многоцветен, пусть ваша жизнь будет многоцветной. Вот так радостно видеть вашу супругу, с которой мы тоже вместе работаем. Так радостно видеть ваших деток, они вот выросли и родились на наших глазах. Но самое большое счастье – это видеть внука, который вот только что бегал. Дай Бог, чтобы у него тоже была такая счастливая жизнь, как у его дедушки. Вот такая творческая, яркая, интересная. Действительно, вас очень любят и обожают, а я вас безумно люблю, вы знаете. Много замечательных слов. Я вдаваться вот в это все не буду. Пускай там говорят искусствоведы. Вот с этим человеком я познакомился 41 год назад. Вот, он был тогда на да, ну 41 год. Мне сейчас Сергей, я посчитаю, он мне сказал, 41. Вот знаю их 41 год. Вот они были на самом деле черненькие такие, курчавенькие такие, были замечательные. Да. Вот. Ну, мне очень радостно, я на самом деле горжусь, что я его знаю, что я с ним работал, вот, ну, что он мой друг, я его люблю и поздравляю его с этой выставкой. Преподавал большую внутреннюю культуру. Культура, которая внутри человека. А потом она уже на стене. А на стене человек голый. Здесь нельзя ни добавить, ни прибавить. И с четкой определенностью каждый год, несмотря на то, что уже принимал участие 42 областей России и 5 стран международных, четко и стабильно художественная школа Дивногорска, имени Шепелевича, по графике всегда получали первые места, нас тоже даже стало утомлять. Ну кто же там такой? Почему он так ведет детей, что вот все графические техники, которые ну, в рамках художественной школы изучаются, почему-то всегда все призовые места отхватывала у нас художественная школа в городе Дивногорск. Наверное, это ваша заслуга. Когда выпустились из
отделения. И наша группа открыла 6 школ. То есть это показатель такой. Вот. И потом удалось его перетащить в Дивногорскую художественную школу. И вот с тех пор он там наводит порядок, особенности в работе с графикой, потому что можно сильно рассмотреть. Но мало того, что дипломы есть у учеников, у школы, но и у самого Сергея Владимировича тоже есть дипломы и отмечен наградой. Мне приятно то, что мы вместе начинали, и мы общаемся. Я вот давно подбивал на то, что надо все-таки делать персональную выставку, потому что то, что мы здесь видим, это, ну, может быть, десятая часть, то, что есть. Он писал живописные работы, все не радостные, но мы все используем и потихонечку, потихонечку работаем. Вот капля на камень ключ. И вот эти вот капли, вот они вот мы сейчас и видим. Сверху, дай Бог, Нормально все.